Хочешь собрать сильную команду FIFA? Покупай монеты у крабов. Краба.ру. Низкие цены и высокое качество. Ссылка в описании. Всем привет, друзья! С вами развлекательный канал S&G. Меня зовут Слуцкий Александр. Продолжаем проходить карьеру за Зенит FIFA 15. Второй сезон у нас и матч против Торпедо. Ну что ж, давайте перейдем и посмотрим, что у нас там с составом. Я бы хотел все-таки немножечко поротировать. Допустим, выпустить Рандона, выпустить Черышева и, наверное, выпустить Ансальди налево. Тиоте пусть сыграет, да, он не лучшим образом вышел с Боруссии, но тем не менее. И, наверное, даже Дьякова поставлю вместо Брызгалова. Пусть Брызгалов немножечко передохнет. Ну что ж, в принципе, меня этот состав устраивает. Поехали. Ну что ж, 2-0 мы победили. Торпедо и мячи Тиоте и Рандона принесли нам победу. Что стоит отметить, так это то, что мне понравилось, как команда действовала до первого гола. То есть сначала была такая борьба, и даже Торпедо имела преимущество в матче, но потом Зенит взял все в свои руки. И, кстати, немножко выпадал Черышев, пока что не сыгран он с командой, и Дьяков тоже немножко не уверен для центрального защитника. Но на ноль сыграли, и это самое главное. Ну что ж, следующий матч у нас в Кубке. В кубке против тульского Арсенала. Ну что ж, играем в гостях и давайте посмотрим, кого мы выпустим на кубок. Знаете, я бы, наверное, даже дал поиграть нашим молодым. Хаджиниязову. Кому? Велотти давайте в старте дадим поиграть. Да. Ансальди справа выйдет. Дальше кто? Кто у нас еще? Может, Соловьева выпустить, а? Вместо Дани, допустим. А в центр нападения поставить Джорджевича вообще. Что будет удивительно немного, но тем не менее, это ж кубок, надо пробовать новые варианты. Вицеля заменит Могилевец. Скорее всего. Где он у нас? Павел, вот он. Да. Ну, наверное, так и сыграем. Ну да, почему бы и нет? Thank you.
Ну что ж, мы прошли с вами, друзья, в четвертьфинал Кубка России, уверенно переиграв Арсенал Тульский. Все понравились, и Могилевец в том числе. Но, знаете, выпадает у нас все-таки немножечко Самсуров, но это, мне кажется, со временем все устранится. И Джорджевич понравился в нападении, как ни странно. В общем, можно его иногда использовать-то, как оказывается. И меня радует то, что мы не пропускаем. Мы снова чистый матч у Ладыгина. Ну что ж, и матч против Уфы, он предвестник, так скажем, матча с Валенсией, так что мы, наверное, побережем здесь лидеров, и я думаю, что сейчас у нас будет возможность выпустить Рандона, в том числе, который недоволен своим положением в клубе, выпустить Черышева, Самсуров отдохнет, как раз выйдет Рязанцев, Шатова заменит Вилотта. Я думаю, с Уфой должны справиться и без них. А дальше, значит, кто у нас там? Могилевец уставший. Ну, давайте Файзулин вот сюда встанет вместо Обьянга. Заменит Вицеля со временем, когда уже результат будет обеспечен. Ну и Дьякова, как я и говорил, надо иногда выпускать вместо Брызгалова. Собственно, все, наверное. Ансальди можно еще выпустить вместо Кришта. Или лучше вместо Смольникова. Вместо Смольникова. Ну вот таким составом сыграем сейчас против Уфы. И должны победить, как всегда. Ну что ж, 2-0, очередная победа, и у нас снова лучший игрок Аксель Вицель, да? Да, получается так. Причем я его заменил на Файзулина в конце матча, и он все равно лучший игрок. 2-0, снова победа, и это уже фирменным счетом нашим становится. И хорошо, что мы не пропускаем, могу лишь повториться. Ну и вот, собственно, игра против Валенсии нас ждет. Тут уже полный матч с моими комментариями. И знаете, я думаю, что это будет не легче, чем с Боруссией. И надо бы посмотреть, что у нас там. Во-первых, сохраниться надо. А во-вторых, посмотреть, что у нас там с таблицами вообще. Да, вот, допустим, Лига Чемпионов. Мы идем с Валенсией как раз таки на первом месте. Они обыграли Копенгаген 2-0. Мы обыграли Боруссию 2-0. Ну, у нас соперник был, естественно, посерьезнее. Тем не менее, очень интересный матч нас ждет с испанцами 30 сентября 2015 года. Так, ну это Лига Чемпионов. А что же в чемпионате России? Давайте глянем. Мы идем на втором месте все-таки. Локомотив, смотрите, одна ничья у них. У нас одно поражение, из-за этого мы на одно очко отстаем. Напомню, именно Локомотиву мы проиграли этот один-единственный матч 2-1. Именно два мяча мы пропустили, единственных этих от Локомотива как раз.
Так что не знаю, но должны перегнать рано или поздно. Спартак на 3 очка от нас отстал уже, Рубин на 4 с Краснодаром. Ну и Торпедо, смотрите-ка, довольно-таки высоко. Ну а ЦСКА на 14 месте, одна ничья и 5 поражений. Что с чемпионами России? Непонятно. Надо им выходить из кризиса, а то так и в зоне вылета могут оказаться. Ну что ж, матч против Валенсии, и я вроде как попытался подвести основу полной боевой готовности. Посмотрим, удалось ли. Абьянг, Вицель, Шатов, Самсуров, Дани, Акбон, Лахор, Смольников, Гарай, Брызгалов, Кришта и Ладыгин. Да, все вроде бы в порядке. Устал Рандон, к сожалению. Ну что, я думаю, надо тогда Джорджевича выпустить вместо него. Набегался Рандон еще как. А вместо Вилотты попробуем Миранчука. Именно так. Чего-то я тоже подустал, но нет, его я менять не буду. Ну что ж, поехали. Да, усиляться на самом деле будет сложнее в этот раз, потому что устали игроки, но ничего. Надеюсь на основу. Надеюсь на основу. Фигули нам бьет. Но здесь легко, когда показывают-то. Любой вратарь может вытащить, когда ему скажут, куда бьют. Стадион Мисталья. И опять-таки отличная атмосфера, очень красивая на трибунах. Два лидера группы, самое что ни на есть Лига Чемпионов. И между прочим, опять мы в гостях играем второй матч подряд. Ну что ж, выиграем его и вообще все будет у нас просто конфетно и шоколадно. Монксфильд судит сегодняшний матч, надеюсь, не будет допускать ошибок. Ну что ж, игра началась, Зенит развел с центра поля и Обьянг играет на Гарая. Поехали, Смольников. На Вицеля. Дальше Акбон Лахор. Немножко долго обрабатывал мяч, но тем не менее развивает дальше атаку. Дани. Назад на Обьянга. Шатов. Неплохо. Акбон Лахор. Обратная передача. По-моему, там был фол сейчас. Вицель. Долго. Очень долго. Надо быстрее действовать с мячом, конечно же. Фигули. Что придумает. Классный пас придумал на самом деле. Но здесь не успели. Валенсия. Отличная атака. Короткий пас. Как любят испанцы. Но здесь Гарай. Гарантия. Шатов. Акбон Лахор. Ну что ж. Как всегда. Наша стихия — это быстрые контратаки. Пас на Шатова. Тут тяжело. Гая. Обогнать. Но Олег пытался. Старался. За что можно поставить плюсик. Акбон Лахор, отличный перехват. Дальше Самсуров с Вицелем. Снова Самсуров. Здорово, Акбон Лахор на Вицеле. Вицеле выводят на удар. Вицель! Голкипер на месте. Проверка неплохая была бельгийцам сейчас. Вратарь справился. Ну что ж, первый удар в створ у Зенита в этом матче. Фигули. По правому флангу. Здесь 4 зенитовца. И подает. Ладыгин здесь не прикасаем и забирает мяч очень, как всегда, уверенно на выходах. На выходах он стал играть намного надежнее. Акбон Лахор. Справа там Самсуров забегает. Шатов, можно на него сыграть. Да, Самсуров. Николай Самсуров. Пошел в дриблинг, но тут подстраховка. Тут не так все просто, как в чемпионате России одного обыграть. Здесь успевают подстраховать. Шатов. Нет, неправильно сыграли сейчас. Здесь пас ужасен от Смольникова. Но аут в пользу Зенита. Снова Самсуров. Смольников. Цель. Обьянку, это неплохо. Дани на замахе ушел. Ушел и снова голкипер. Отличный сейв. Ну что ж, два раза уже спас. Дани, давай-ка мы с тобой разыграем с Вицелем. Вицель, подача. Самсуров! Штанга, Самсуров, гол! 1-0. Ну что ж, к этому все шло. И это случилось. Неужели здесь вратарь или штанга такие? Ну-ка смотрим. Удар. Вратарь, это потащил снова. Снова вратарь потащил.
И отличное добивание Николая Самсурова. Первый гол в Лиге Чемпионов. Можем поздравить молодого россиянина. Карьера развивается как надо у него. И будем надеяться, дальше будет прогрессировать. 1-0. Повели. Отлично. На 20-й минуте. Но это только начало. И не стоит забывать, что у Валенсии отличное нападение. Шатов. Тихо-тихо. Олег. Ой, Олег, вот эта вот ошибка какая может привести к фатальным последствиям. Но нет, здесь Брызгалов подстраховал Олег Шатов на Бьянга. Дальше, здорово, Вицель выводит Агбон Лахора на удар. Агбон Лахор! Агбон Лахор! 2-0! 1 на 1 здесь Габриэль не простит. Жао Перейра, возможно, он виноват, но не знаю. Здесь, конечно, вся линия обороны упустила Габриэля, ну и тот убежал один на один и отправил мяч точно в сетку. 2-0. Ну что ж, Валенсия, получив два гола, достаточно быстрых, да, первые 25 минут. Чем ответит? Агбон Лахор увидел Шатова, но чуть-чуть посильнее бы передача пошла. И, возможно, еще один выход один на один мы бы увидели. Но нет. Цель тут немножко не успел в отборе. По левому флангу Валенсия. Гайя. Центр играет. Абьянг не успел. Держать, держать центр. Дальний удар, но это не опасно. Совсем не точно и не сильно. Что ж, наш любимый счет 2-0 пока что. Но причем он добыт на первых минутах фактически, в начале матча. Обьянг. Вицель. Шатов увидел, Олег. Обьянг. Снова Шатов. Ой, тяжело, здесь очень много игроков Валенсии, но мяч сохранили. Вицель. Хитрый пас задумывал, не прошел. Здорово, тут защитники выбегают один за другим и затормозили атаку. Фигули. По правому флангу что будет подавать? Можно не позволить. Так точно. О, классный пас пяткой. Нет, они короткими пасами хотят пройти, не получается у них. Шатов. Снова контратака, Вицель, Агбон Лахор. Дальше можно на Самсурова. Самсуров, здорово! Николай Самсуров сегодня поймал кураж. Самсуров ушел от защитника не до конца. Все-таки не хватает немножечко расторопности иногда молодому россиянину. И вот здесь как раз сказалось то, что был бы порастороп, не ушел бы от защитника. Потому что финт-то получился. И обманул он. Гайя, по-моему, как раз таки. Неплохо. Вот здесь неплохо. Шатов фолит. Это опасно. Это очень опасно. Очень опасный штрафной. Гомес. Ну что, будет пробивать? Так точно, но это слишком высоко. Пока удары в цель не конек сегодняшней Валенсии, но в любой момент они могут и попасть. Поэтому надо минимизировать количество ударов по нашим воротам. Самсуров. Здорово, на Шатова. Дальше Олег, 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 что придумает? Здорово, здорово, здорово. Снова здорово. Агбон Лахор и Вицель. Там слева Дани открывается. Пас ему сразу Вицель видит. Мигель. Двоих пройдет? Трудно. Но за смелость можно поаплодировать. Дани снова. Агбон Лахор. Тут подкат. Непонятный зачем. Шатов между двоих проскочил. Олег Шатов. И прострел. Агбон Лахор 3-0. Габриэль Агбон Лахор. Но в этом забитом мяче, конечно, нужно отдать львиную долю заслуги Олегу Шатову. Этот проход по флангу. Здесь защитники убежали, оставили Агбон Лахора. Ну и тут вратарь прыгал куда-то, уже непонятно куда. Третий гол Агбон Лахора в Лиге Чемпионов. Классное приобретение. Результативное уж, вне всяких сомнений. Ну что ж, Валенсия, что ж с вами, ребята? По-моему,
Это круто, пропускать три мяча в первом тайме в дома. Чем ответят? Ответили ударом в створ, наконец-то. Но тут Ладыгин. 0-3, друзья. 0-3. Не знаю. Трудно будет. 6 ударов и 6 в створ у нас. Я даже не буду ничего менять. Мне нравится этот состав. Он прям вот идеален у нас сейчас. Самый что ни на есть стартовый. Поэтому играем дальше. Гайя. Один из самых заметных. Гуардадо. Фигули. Навес будет? Нет, снова низом. Снова короткий пас. Да, не здесь успел подкатить. А так было очень опасно. Смольников. Обьянг. Николай Самсуров. Через Вицеля вышли в атаку, как всегда. Шатов тут. Вот сегодня Олег ошибается, конечно, больше всех, наверное. Из всех игроков стартового состава. Ох, здесь только стоило выдвинуться Кришта, как туда пас идет. И навес. И Гарай проиграл здесь, но Ладыгин. Удар был не сильный. И Габриэль Агбон-Лахор. Габриэль Агбон-Лахор на фланг. Центр. Что будет делать? Можно было уже расставаться с мячом. Но правда, смотрите, сохранил. Самсуров на замахе. Фолят. Самсурова фолят. Против Самсурова фолят. Но судья не видит. Или не хочет видеть. Но почти двоих смог пройти на финтах. На ложных замахах. Неважно. Гомес. Шатов вернулся помогать обороне. Гомес. Центр, Вицель. Шатов ошибся снова. И вот, если бы не Ладыгин, сейчас был бы гол на самом деле. Да, что-то у нас Олег стал проседать. Давайте выпустим Миранчука в такой матч. Но давно у нас Алексей не играл. Будем надеяться, выйдет как надо. Смольников. Снова на Самсурова. Ну, Вицель назад, Гарай. Снова Вицель. Шатов. Снова чуть не потерял. Но не потерял. Обьянг. Ох. Это уже Гарай, ошибка. То ли Валенсия стала немножко по-другому располагаться, то ли еще что-то. Но как-то не стали проходить наши передачи. Конечно, счет 3-0. Но в любой момент все может перевернуться. Мы знаем, это Лига Чемпионов. Агбон-Лахор, а? Как он цепляется за мяч все-таки? Пас на Вицеля. Нет. Крайний защитник был ближе к мячу. Снова Агбон-Лахор пяткой на Самсурова. Отыгрались. И через центр уже. 33-й номер Абьянг. Шатов. Вицель. Немножко неточный пас на Олега Шатова. Снова потеря. Да, Олег Шатов сегодня то ли устал, то ли еще что, но не в своей тарелке немного. И вот, наконец-таки, произойдут замены. Посмотрим на Миранчука. Хороший пас. Уже в штрафной Валенсия. Навес Смольников. Успел помешать. А тут уже Вицель. Не, ну, может быть, на один гол Валенсия и наиграла. Так что надо держать ухо востро. Не могут забить. Один-то точно. А я бы хотел продолжить нашу сухую серию. Ладыгин. Ой-ой-ой. Вот Абьянг зря вылез здесь. Зря. Ладыгина опередил. Валенсия продолжает свои атаки, но нет. Все. Закончилось. Дани. На скорости. Мигель. Агбон-Лахор, да, не, нет, Перейра. Быстрее, но там был фол. Поэтому мяч у Зенита. Снова Вицель. Обьянг. Ну, можно назад через Гарая сыграть. Почему нет? Миранчук. Увидел Агбон-Лахор. Агбон-Лахор на замахе. И дальше пас. Но там. Там Алвес. Диего Алвес, голкипер. Бразильский Валенсия.
Заброс. Да Самсуров. Как борется, а, Николай. Хороший матч проводит Самсуров. Пока не хватает ему стабильности, но это молодость. С опытом все придет. Смольников. Смольников. Пас на Агбон Лахора. И... Диего Алвес выходит. Еще одна замена у Валенсии. Что-то пытается тренер там сделать, но трудно. Абьянг. Ой-ой-ой, Агбон Лахор 4-0. Хэт-трик Габриэля Агбон Лахора. Ну что, лайк с вас, друзья. Много лайков за хэт-трик. Бедный Диего Алвес. Сегодня 4 плюхи получил. Ну а как вы хотели? Мы, между прочим, Боруссию обыграли в прошлом туре. Достаточно уверенно. А теперь Валенсию. Ну, надеюсь, с Копенгагеном получится тоже все хорошо. И мы обеспечим себе выход из группы и спокойно будем готовиться к плей-офф. Хотя мечты, мечты, все может быть не так легко. Только начало группового этапа, хоть и отличное начало, но тем не менее. Кришта. Неудачный пас. Цель, классно. Абьянг. Миранчук. Кришта. Обратно на Миранчука. Правой ногой. Вот если бы левой Кришта давал пас, он бы прошел. Я вам гарантирую это. Гуардадо. Бицель пролетает мимо. Ну что, хоть один гол Валенсии. А не надо позволять, не надо позволять! Дальний удар опасный был. И это не Ладыгин, это просто удар мимо был. Гарай, Вицель, Абьянг. Снова выходим именно через них. Подкат без нарушений правил. Фуэго, Пьяти. По правому флангу разгоняется. Сам пойдет. Да, сам пойдет. И заработал угловой. 4-0. Подача. Гарай должен сыграть. Проигрывает борьбу, но Вицель. Вицель тут как тут. Агбон Лахор. Принял мяч, развернулся. Еще раз. Габриэль Агбон Лахор. И дальний удар. Ну, здесь Диего Алвес все-таки сработал. Он и до первого гола тащил неплохо. Ну что ж. 4-0. Свистят трибуны своим футболистам, но мы никак не можем свистеть. Отличный матч, один из лучших вообще. 4-0. Валенсия на Месталье бита Зенитом. И после этого у нас 6 очков из 6 возможных. 6 забитых мячей, 0 пропущено. Отличный старт в Лиге Чемпионов, как я считаю. Габриэль Агбон Лахор, оценка 9,8. По-моему, лучший матч Габриэля вообще. Пока он... перешел в Зенит, и хэт-трик тому способствовал, конечно же. Ну что ж, эта серия получилась довольно длинной из-за того, что 4 матча аж в нее вошло, и следующая серия будет короче, матч с Рубином. Так, отчет по поиску молодых игроков. Новые игроки, что ли? А, Сатурнин, он ушел в... Куда? Куда-то ушел, короче говоря. Ну, да, смотрите, уводят их, уводят игроков. Так, Баптиста Марсело Никасио. Вот этого, наверное, нужно сказать игроку. Остальные пусть будут пока. Все оставшиеся молодые игроки в команду приняты не будут. Ага. Закончил, значит, поиск. Ну что ж. Давайте троих лучших возьмем. Давайте посмотрим. Вот этого точно. Баптиста Бережо, 91 владение мячом. Но хотя... Вот этот парень мне нравится. Силвия Страк Систо. Давайте подпишем с ним контракт. 88-89. Вот. Эрик Крайлех. Так, и третьего. Ну, 88. Хотя вот парень, короткие пасы у него плохие. Зато дриблинг, владение мячом и разгон. Суперский. Весткар Арзе. С другой стороны, вот Ллойд Закария 88. Не знаю. Арзе подпишем.
Остальным отказываем. Так, Рандон хочет. Гарсия беспокоен. Ну, блин, ты ужасно сыграл в прошлом матче. Увидимся, ребят, в следующей серии. Не забывайте поставить лайк и, конечно же, оставить комментарий. Если не подписаны на канал, то подписывайтесь. Дальше только круче. Следующая серия — матч против Рубина. Всем пока!